Скоро на Химки обрушится ценопад. Глава администрации Владимир Слепцов поручил отрегулировать ценовую политику в округе. Такое распоряжение он дал сегодня утром на общегородском совещании. Благодаря акции «Ценопад» химчане смогут покупать сезонные овощи и фрукты по очень низкой стоимости. Сейчас горожан уже радуют цены на огурцы в магазине «Фермер Подмосковья». Есть категория граждан, которые покупают сейчас огурцы и на зиму там солят их и тому подобное. Это очень важно. Это же помощь, это подспорье. То же самое и фрукты, чтобы также продавали и другие овощи, не только огурцы, и помидоры, и лук, и картошку, и все остальное. И люди должны об этом знать. Когда мы сделаем этот ценопад, я прошу где-то с 15 августа его реализовать. На совещании обсудили и вопросы благоустройства. В округе участились случаи вандализма. Хулиганы разбивают фонари, воруют цветы, портят урны. Администрация вновь просит химчан с уважением относиться к труду других людей, соблюдать и поддерживать чистоту на территории округа.